День 7. Мы приплыли в холодный Лос-Анджелес, Лонг-Бич. Лео, good morning to you. Вторинь, скажи good morning. Мы приплыли домой. Мы готовы ехать теперь. 6 часов домой на машинке. Ты готов на это? Да? Какие ты подарки с собой возьмешь? Вот это? И? Мило. Это мыло, а там внутри что-то есть? Ну, в общем, у нас до 8 нужно освободить нашу кабину. И вот как она уже выглядит, полусобрана. Но осталось еще всякая мелочь, вот такая вся. К нам пришли. Доброе утро. Good morning. Ну как вы? Прекрасно. Вот таким образом сгружают сумки. Чемодан. Да, это чемоданчики. Смотри, как четко попадают. Как четко попадают профессиональные towing. Даже не towing, как называется? Forklift driver. Они же могут упасть, не? Куда-то ехать, путешествовать, учтите круиз, поскольку вы платите в день в среднем, не знаю, 70 баксов, ну, в зависимости, какую вы комнату берете за человека. Безлимитная еда, суперское обслуживание, высший класс, радующийся вечно, ну, вдохновленный персонал. Условия, развлечения, концерты. И всегда есть где, ну, то есть, преклонить голову. Это не так, как гостиницу надо искать каждый день. И при этом вы путешествуете по многим странам. Ну, не, может, не странам, но городам точно. Вот мое наблюдение. И если вы едете, consider cruise. Карнавал, это мое второе путешествие на карнавале. Первое было в Карибских островах, Ямайка, Кайманы и так дальше. А сегодня с всей семьей, с бабушкой, с дедушкой, Леонами, мы посетили Мексику, два города. 3 дня на земле и 4 дня в море. Вроде бы так было. Стоит того, нам обошлась эта путевка примерно... две штуки на троих. Ой-ой-ой, у меня заработал канал. Смотрите сюда. Ой, я заработал Wi-Fi. СМСки. OfferUp, Airbnb. Короче, 7 дней без связи. Прикиньте, я 7 дней без компьютера даже существовал. Ну, что могу сказать? Как можно сэкономить при этом всем? Если вы будете давать наличку, чаевые наличкой всем персоналу, грум-сервису, обслуживающему вашу гостиницу, наличку всем вашим официантам, вы не будете обязаны платить встроенную вот эту gratuity, эти чаевые в план
корабля. То есть каждый человек 84 должен отдать этим всем обслуживающего персоналу. Если он не давал налички, с его карточки снимутся вот эти 84 доллара. Мы, естественно, вряд ли, мы до 84 не дошли за человека, потому что мы давали чуть меньше, наверное. Короче, у нас около 100 долларов вышло на всех. Поэтому, ну, это наш выбор. И иначе карнавал снимает с вас и распределяет на весь корабль. Так вроде как-то. А может и не так. Ну, в общем, еще скажу. А, ну то есть, если вы это делаете, вам нужно подойти в guest service и сказать, что я плачу наличкой. И вы не будете обязаны платить 84 доллара с человека. Ну, в нашем случае это 84. У кого может больше, у кого меньше. Что еще могу сказать? Когда берете туры, очень прикольно брать туры. О, люди занимаются в джиме. Не знаю, за стекло видно. О, растягивается человек. Туры в разных городах. Вы можете экономить очень сильно, не брать их здесь, на самом корабле. Потому что здесь в среднем стоит там зиплайн прокатиться на этой канате. Тут продается за 65 баксов. А мы нашли за 50 долларов всю семью вывести в этот лес, в джунгли. Где, естественно, один билет я. И назад. И путешествие по городу. Заплатили 50 долларов за всю семью, 5 человек. Но, в общем, нужно negotiate. А второй у нас опыт был, что из-за того, что эти в городе Кабо, там лодки развозят людей по разным местам. И мы выбрали этот пляж возле арок, на который были большие волны, нас не высадили туда. Сказали, нельзя туда. Пошли на другой пляж. И мы сказали, давайте в час возвращайтесь. Они сказали, гарантируем. Если не приедем в час, завтра приедем. Шутка. На самом деле шутка стала реальностью. И он не приехал, потому что порт закрыли, пляж закрыли, потому что волны большие, и все. И людям куда деваться? Самолет их не... Вот, то есть корабль отправляется скоро. В итоге нам пришлось идти к порту пешком, наехать на эту компанию. Пингвин называется. И мы даже к администрации обратились. У меня, может, там видео, может быть, может не быть. И в итоге они решили нам... Ну, мы потребовали половину денег, которые они нам не с радостью, но вернули. Поэтому мы не сильно расстроены. Но в итоге будьте аккуратны. Если у вас такое случится, наезжайте. Потому что у них там всех права, они могут потерять свои права. Они там очень большие деньги зарабатывают, и они не хотят это потерять. Так, вызываем лифт. Что еще могу сказать? Опыт классный. Едьте. Круиз, ну любой круиз. Мы вообще думаем всей семьей. Классно с семьей, вот толпой ездить. То, что вы можете собраться где-то в комнате, в игровой комнате, поиграть в Монополи, в Уну. Тут какие-то интересные мероприятия вместе творить. Намного интересно толпой. Ну, если это медовый месяц, желательно толпу не брать. Вас достаточно друг другу. На этой ноте вот мои наблюдения насчет Miracle. Корабль Miracle. Построен в 2013 году. Классно, очень классный персонал. Мы познакомились с очень многими людьми, которые здесь работают. Официантами, room service. Очень все такие расположены, приятные. Они на родине зарабатывают по 50 долларов в месяц, а здесь около 1000 долларов в месяц. Чего бы нет. Поэтому они очень рады работать. Все, всем прощаемся, мы идем собираться. Увидимся с вами. Увидимся вскоре. Вот фотографии, которые могли бы купить. Each photo, $25. I'm just memorizing it. Yeah, let's say bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Bye. Yeah. Лео попрощался со своим другом, и мы отправляемся.
Привет, голубь! Птичка! Привет! Голубь! Лео, как тебе нравится? А птичка! Па, птичка! А вон она птичка! 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 Позови, скажи, иди сюда! Иди сюда, птичка! Все, птичка, а вон она сзади, вон она. Рыбки в воде, птички везде, одна рыба любит, спасите, любите, птичек Лео играет на пианино, на гитаре. Давай, Лео. Ну что, Лео, сыграешь? Как вы поняли, нас уже ждут. Мы уходим. Наш номерок. Наши номерки позвали. Прощай, вид. Прощай, буфет безлимитной пищи. Мы тебя будем скучать, но зато мы не будем больше такими толстыми. Итак, друзья, наш 7-дневный тур закончился. Спасибо, что вы были с нами на огромном корабле. И то-то радость нам. То-то. Помаши ручки. Все подписывайтесь на канал. И ставьте. И то-то ставит. Бай-бай. Железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня верхом садясь.